Пришло мое время показать, где раки зимуют, гады. Ёлки-палки, все пропало. Ой. И это после всех наших разговоров про сюжет, канву, вы взяли и все испортили. Почему? За что? На кой? Даже если тут и есть выход, какой в нем теперь смысл? Все повествование разрушено. Не пролезь. Что мне делать? Наверное, теперь мне придется остановить игру навсегда. Вы знаете, каково это? Выбросить всю свою работу. А вы чего молчите? Что же делать? Что же делать? Ну что же мне делать? Мне придется закрыть игру. Совсем. Что тут смешного? Что вы хотели увидеть? М -м -м, моя история. Приветствую всех, дорогие друзья. Рад вас всех видеть. С вами снова Крюга ТВ. И сегодня мы окунемся в мир полевых переделок и недоделок времен Второй мировой войны. Поговорим с вами о Супер Джамбо, или же о Джамбо, расположенном на боевом рейтинге 6.0, тот, который вооружен длинноствольной 76 миллиметровой пушкой М1. Недавно ему присвоили новый боевой рейтинг 6.0, и это должно было сказаться на эффективности машины. Когда-то давно я уже пробовал катать на нем, и на 5.7 он показался мне не очень интересным, мягко говоря поскольку было довольно неприятно играть против советов на 100 или 122 миллиметровых пушках, которые можно было встретить в таких боях. Ну и самая главная проблема была у этого джампика, что орудие это у него проапали недавно, когда меняли вообще всем танкам механику пробития. У нас получилось так, что 76 миллиметровая пушка американская длинноствольная получила большой ап в бронепробитии. Раньше пробитие составляло примерно 125-128 мм, ныне же по бронеплите без наклона Бронепробитие в упор составляет 145 мм и 130 мм на 500 метрах. Да, конечно, мы не стали лучше пробивать наклонную броню даже наоборот. Но, тем не менее, сам ап бронепробития не по наклонной бронеплите очень сильно нам поможет в бою. Поскольку на нашем боевом рейтинге, да и даже на более высоком, часто приходится воевать против немецких танков. А они любят квадратные и практически гуд формы которые легко пробиваются именно подобным типом боеприпасов. Конечно же, у нас не только один камерный боеприпас. Он, конечно, хорош. У него и нормальная скорость полета снаряда почти в 800 метров в секунду, и взрывчатки 65 грамм внутри. То есть для 76 миллиметрового снаряда все прекрасно, и пробитие в целом тоже нормальное. Но для боевого рейтинга 6.0 это, честно говоря, даже не смешно. Все-таки 145 мм это не самый выдающийся показатель. Для того, чтобы была возможность пробивать более крутые танки, у нас существует топовый БПС. Это подкалибер, он самый-самый простой и пробивает 221 мм в упор брони. Ну и 203 мм на 500 метрах. Существует он только для того, чтобы пробивать им какие-нибудь королевские тигры. Ну а на боевом рейтинге 7.0 вроде не добавилось большого количества бронированных противников. Ну и если вы играете в аркаде, там и другие цели можно встретить. В общем, летит он быстрее, но за броневой у него абсолютно никудышное, и использовать его стоит в крайне редких случаях. Брать с собой также рекомендуется в основном каморные снаряды, а эти оставить и забыть. Есть также фугасы, обычные бронебойные болванки и дымовые. Ну, их я брать не советую, разве что дымовых парочку, если вы уж совсем любите подымить. Во всем остальном не надо, вам это вряд ли поможет. Все, что касается других орудийных характеристик, то все в целом вполне в порядке. Скоростью наведения американские танки всегда славились, да и вертикальными углами наводки тоже. Тут от минус 10 до 25 градусов орудия можно наводить, что вполне удобно, а главное позволяет нам играть от башни. Скорость поворота этой самой башни тоже вполне удобоваримая — 22 градуса в секунду. Время перезарядки на асах будет составлять порядка 6 секунд, что сильно быстрее, чем у большинства наших конкурентов. Это дает нам некоторое тактическое преимущество. Ну и также это лекарство от рукожопости. Если с первого раза пробить не удалось, а вы выстрелили примерно одновременно, второй выстрел будет за вами. Можно прицелиться, как следует, и не беспокоиться о том, что противник выстрелит раньше. Короче, по орудию все стало чуть бодрее, но нам и боевой рейтинг подняли, поэтому в целом одно на другое так и пришлось. Хотя по факту, учитывая, что практически не добавилось новых противников, мы чувствуем себя более вольготно, особенно на нашем боевом рейтинге. Толщина же брони корпуса и башни изменений не претерпела. Показывать ее не буду, все вы, наверное, и так знакомы с обыкновенным Джамбо, в крайнем случае можете выбрать его ветки исследований и покрутить в анализе защищенности, поскольку одна броня на другую находит, его улучшали в кустарных условиях. По сути, от Шермана мы отличаемся более толстым НЛД, ну и нашлепкой на ВЛД, естественно, 38 миллиметровый. Вам должно быть известно только одно. Джамбо получил возможность задержать выстрелы тигров, пантер, то есть длинноствольных 75-миллиметровых пушек и 88-миллиметровых пушек первых версий, которые устанавливались на первом тигре, длинноствольные 88-миллиметровые пушки королевских тигров, например, или як-пантер, 100-миллиметровые, 122-миллиметровые пушки пробивают нас чуть ли не на вылет. Да, советские 85-ки также берут нас неуверенно. В общем, тут такие вот основные отличия от обычных шерманов. Но, по сути, вы также должны знать и еще один немаловажный момент. Вы, конечно, можете чувствовать себя защищенным и все такое, но есть проблемка. У данного танка есть уязвимые все-таки зоны. Это пулеметное гнездо в ВЛД, туда пробивается он всеми снарядами. Также с близкой дистанции до 500 метров танк могут пробить и тигры, и пантеры, и даже 3485 ВЛД, как ни странно, в нижнюю его часть. Там идет минимальная приведенная броня толщина. Ну и, естественно, туда залетает. Кстати говоря, у Пантеры есть и еще один способ вас пробить. Она спокойно берет вас под башню. И там зона пробития вообще зеленая, а даже не желтая. Ну и командирская башенка также доступна для пробития, что для Джамба не так уж критично но тем не менее. В общем, слабые зоны есть, плюс даже какой-то защиты абсолютной от боевого рейтинга 5.7, что теперь ниже нашего, мы не получаем. А воюя на боевом рейтинге 6.3, а особенно 6.7, мы становимся кормом, мальчиком для битья. У некоторых танков есть кумулятивы. У некоторых танков орудия имеют пробитие более 200 мм по нормали, и этого хватает, чтобы пробивать нас в любую часть практически танка. Но особенно это касается просто вот ВЛД, например. единственное, что действительно танкует, это лоб башни. Там бронирование очень даже годное, около орудия 350 мм, ну а маска 178 Плюс она под мизерным наклоном, ну там реально 180 мм брони существует. И в принципе... Если от нее бы не рикошетило нам в крышу корпуса, то все было бы идеально. А так, некоторые грамотные ребята закидывают в нижнюю часть этой маски, снаряд рикошетит в корпус, и делает Аллах Бабах. В общем, все становится крайне печально. По рентгену. 5 членов экипажа. Трое в башне, двое в корпусе. Я поэтому сказал, что в принципе при пробитии вас в командирскую башенку может ничего страшного-то и не случиться. Боеприпасов в башне нет. Экипажа все равно пять человек. Даже если это будет супер мощный каморник, обычно он убивает, ну, командира, а остальные остаются живы. Даже если убьет двух членов экипажа, вы остаетесь полностью боеспособны. Но, понятное дело, что утрачиваете контроль над вашим крупнокалиберным браунингом, который позволяет бороться против легкой бронетехники. В общем, живучесть данного танка при лобовом боестолкновении вполне ничего так. Но есть одна проблема. Борта у него полнейший картон. И если верхняя часть у нас 76 мм, что тоже не выдающийся показатель, то нижняя всего 38 Это пробивается под такими дикими углами, что любой противник, который хоть раз встречал Джамба в бою и знает, что его туда можно пробить, он вас обязательно туда выцелит и пробьет. Да там даже выцеливать ничего не надо, просто стреляйте под полочку и все, и джамбо выносится ваншотом. Тем более, что как раз таки где-то в бортах и в нижней части корпуса у нас находится боеукладка а туда обычно и залетает основной дамаг. Это приводит к тому, что мы делаем бу-бум. Ну и пять членов довольно плотно скомпонованы, а мы играем часто против немцев и советов на таком боевом рейтинге, где камерные снаряды в самом рассвете своих пожилых сил. И, в общем-то, при попадании такого в наш танк, при пробитии в борт, мы делаем тоже бу-бум. В общем, живучесть в этом случае никакая. Но в целом, Джамбо еще что-то танкует. Но проблема в том, что мне не нравится, что он танкует что-то. Я поэтому Джамбо-то и не люблю. Он может получить в свои уязвимости, зоны В борта ему залетает прекрасный и любой маломальский знающий человек его убивает. Но есть и ситуации, когда вы закрыли свои слабые зоны, стоите где-то от башни, да еще и на дистанции, там около километра, вас хрен пробьешь вообще. В этом случае Джамба превращается в сраную портативную крепость и он не уничтожаем практически. Ну, это вот такая вот двоякая сторона игры на нем. Касаемо подвижности, Супер Джамбо, конечно, далеко не самый быстрый танк, и, пожалуй, это его главная проблема. 500 лошадиных сил на 38 тонн, но танк передешелен, и трансмиссия у него реализована в этой игре так себе. Короче, он тяжело поворачивает, особенно если, не дай бог, какой-то наклон есть, поверхность или грунт слабый, мягкий, то это все, это вешайся, мы никогда просто не повернете. Да и максималка в 35 км в час как бы намекает, что вы никуда быстро не приедете. В общем, танк откровенно медленный. Он не быстрее того же самого Тигра, но при этом, да, у него хотя бы какая-то броня есть. Но и БР-6.0, а это значит, что мы чаще попадаем против 6.3 или 6.7. На 6.7 мы становимся абсолютно таким же, в принципе, куском мяса, как и какой-нибудь Тигр первый, потому что нас пробивает уже практически все, а те, кто не пробивают, имеют другие преимущества, ввиду, например, хорошей скорости, заезжают в борт, и там уже какая броня? Нет там никакой брони. А так, в целом, на в своем боевом рейтинге Супер Джамбо вполне себе сносный танк. На 6-0 попадая, он делает страшные вещи, особенно если удается занять какую-то позицию. Но часто просто сказывается нехватка скорости. Его уязвимые зоны, а также возможность в ближнем бою на дистанции до 500 метров его пробивать даже Пантери, которая находится на 5,7, делают из него далеко не самый приятный и прогнозируемый в бою танк это меня раздражает. Ну и вас, скорее всего, тоже может иногда напрягать, что, по сути, единственный ваш оплот, скажем так, имбовости, ваша броня, может даже не ролять на вашем и ниже боевом рейтинге. Это неприятный момент. А так, в целом, все хорошо. Но как только попадаете на 6.7 и 7.0, не дай бог, это все суши весла. Особенно, если вы в аркаде играете, там, я думаю, вы встретите всю гамму противников, которые вас вертели и осью были их детородные органы. В общем, вам там напихают полную жопу огурцов, и джамбы в этом случае становится прям совсем плохо. В общем, не знаю, на кой ему 6.0, живет он, в принципе, нормальный на 5.7, ну, так как есть, в общем-то, тоже можно играть. Я даже не сказал бы, что я сильно на нем страдал. И, в принципе, бывали бои, когда удавалось сделать много фрагов, это все в основном касалось боевого рейтинга нашего и ниже. Ну а так на высоком можно и ваншоты половить. Что ж, справедливость торжествует. На этом на сегодня буду заканчивать свой рассказ. Пишите, что вы думаете по поводу Супер-Джамба в нынешних реалиях игры. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующих видео, на стримах и так далее. Не забывайте на них заходить. И всем пока-пока.